Понятно, что больше. Ой, какая ошибка! Гризман, по сути, выходит один на один, и надо забивать. Удар! Гризман все исполняет идеально. И как же ошибся защитник. Такой подарок преподнес Гризману. И он этим подарком воспользовался. Вышел на рандеву с голкипером. Очень грамотно распорядился своим моментом. Гризман забивает свой гол. Кто ж так там ошибся? По-моему, это был Марсильо. Смотрим с вами. Да, это не Марсильо, это Зе Каштро. Видимо, по старой памяти решил помочь своей команде. Бывшей, правда. А нынешнюю свою команду он очень сильно подвел и расстроил. Ну, а Гризман, подхватив мяч на скорости, вошел в штрафную и хладнокровно переиграл голкипер. Ну, еще раз отмечаю, что принадлежит он лондонскому Челси. И вот еще один момент. Ну, будет дубль. Удар и в этот же угол. И опять хладнокровен и мастеровит Антуан Гризман. 12 и 22 минуты голевые в этой встрече. Вот только-только я обмолвился о том, что будут еще голы в этой встрече. Как тут же Гризман делает дубль. И вновь в обороне не хватает порядка, слаженных действий. Ураю Валикано, а Гризман ошибок не прощает. Какая-то нефартовая шапочка, не угадал. С головным убором, а быть может и с составом, это важнее. Главный тренер Рая Валикано Пако Хемс. Не было вне игры, не было вне игры. Задержался Марсильо. Манджукич поборолся. Голевая передача, голевая скидка. И как с хитринкой сыграл седьмой номер Атлетико. В прямом, буквальном смысле этого слова поставил на колени Тонио. И катнул мяч в ближний. Улучшает Раю Валикано. Надо улучшать цифры, которые на электронном табло стадиона Висента Кальдерон горят. А цифры, да что происходит с Хуаном Франом сегодня, а? Вновь под ногой мяч пропустил. Хорошо его подстраховал Хименес. Опасная атака. Удар поворотом. И мяч в сетке. И вот с этой нелепости в исполнении Хуана Франа. И вроде бы подстраховал его, партнер помог. Но тем не менее, эта атака голевая и началась. Ветеран команды Трасорос. Опытный футболист, прошедший через и Барселону, и Реал. Ну, это касается молодежных команд. Поигравший в Сельти, сейчас очень здорово распорядился своим моментом. На исполнение нанес удар из-за предела штрафной площади. Смотрим с вами еще раз. Кокута сделал голевую передачу. Моя прыгает, но до мяча не добирается. И не успевает накрыть этот удар Трасороса Жоао Миранда. Было у того время мяч принять, посмотреть и уложить мяч в угол. 2-1. Результативный первый тайм. Седьмой угловой. Гризман навешивает. И мяч в воротах. Вот как я говорил, как нужен этот третий гол. Ух, в сердцах там кто-то из игроков Рая Валикано чуть ворота не сломал могучим ударом. В перекладину ворота чуть не сложились. Тони расстроен. 3-1. И вновь с разницей в два мяча впереди Атлетико Мадрид. Кто же мяч направил? Штраф на гол? Манушу показывал. В предыдущем туре он принес победу своей команде, отличившись в игре против... Давайте посмотрим, от кого отлетел мяч. От Хименеса или от Манушу? Ну, мяч попал в Хименеса, потом прокатился по телу Манушу. Скорее, все-таки это автогол. Это автогол. Да. От левой ноги. Манушу мяч влетает в ворот. 3-1.